Всем ассаламу алейкум, доброго времени суток. Пользуясь случаем, сегодня у нас 31 декабря. Хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья крепкого и исполнения всех ваших желаний. А еще, прямо вот перед Новым годом я запускаю розыгрыш. Розыгрыш вот этой вот малышки. Розыгрыш будет по билетам. Максимальное количество участников будет 2000. Сумма билета 1500 рублей. Призовых мест будет 10. С 4 по 10 будет это регистраторы какие-то, там диодные фары и так далее. Об этом хочу вас попросить в комментариях написать, что можно было бы разыграть с 4 по 10 место. Первое место, соответственно, вот эта вот малышка. Второе это 100 тысяч рублей, и третье 50 тысяч рублей наличка. Так что, кто хочет участвовать в розыгрыше, вот здесь на экране будет номер WhatsApp, пишите туда, хочу участвовать, и дальнейшую инструкцию вам отправлю. Все, кто будут участвовать, сделаю отдельную закрытую телеграм-группу. Допустим, ты купил билет, сразу отправляю ссылку, ты будешь там. То есть дальнейшие действия, что да как будет происходить, я буду опубликовать именно там, сколько мест осталось и так далее. Поэтому, если хочешь участвовать, пиши на номер WhatsApp. Кстати, сам розыгрыш будет проходить в прямом эфире. Мы выберем в Санкт-Петербурге одну локацию, куда каждый из вас может приехать. И вместе с вами, генератором случайных чисел, мы выберем всех победителей. Как-то так. Всем спасибо за внимание. Еще раз всех с наступающим Новым годом. Переходим к ролику. Кстати, спойлер небольшой. Сегодня меня кинули на такую серьезную сумму. Я вам сейчас покажу. Вот она. Вот она. Одна мандавошка, двое чеченцев, двое чертей, я бы сказал. Ни в коем случае за нацию ничего не говорю. Но это чистые черти. Как-то так. Скоро видео будет. Переходим к ролику. Там, короче, блядь, с детьми не берет конфликт. Вход они заказали, да? Ну, отсюда, да, есть заказ. Это нам заказывают, блядь. Не вози. Да я с детьми не вожу, все равно. Поешь с детьми? Нет, конечно. Зачем вы так заказываете? Да потому что вы неправильные. Потому что вы неправильные. Друзья, если вы в поисках надежного парка, рекомендую вам Эксперт Парк. Ведь ребята очень серьезно подходят к своему делу и всегда стремятся улучшить свой сервис. Подключают Яндекс.Такси и Яндекс.Доставки по всей России. Комиссия Яндекса всего лишь 50 рублей в сутки. Также имеется покупка смен при нулевом балансе. Ежедневные выплаты без комиссии. Также есть 4 вида моменталок. Выбирай тот способ, который подойдет именно тебе. Ссылки, как всегда, оставлю в описании под этим роликом. Зачем вы так заказываете? Хорош! Иди! Езжай! Ладно, я погнал! Давай, давай, давай! Давай, 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 удачи! Зачем вы так заказываете? Я просто свое время трачу. Я сказал, но я не знал, что не знали. Нельзя. Как нельзя? Вы не знаете? Нет. 23-й год на дворе, вы не знаете? Во-первых, я первый раз здесь, в Питере. А что, в других городах не так? Нет, в Москве. Ну, вроде вот женщины заказывали, они точно знают. Через мой телефон заказываете. Ну какая разница, заплатите за подачу, я что, просто так приехал? Мы заплатим. У вас наличка указана. Я сволочь. Вам что, сложно покупать? Переведи ему. Нет. Не надо ему ничего переводить.
Девушка, это в целях вашей безопасности вашего же ребенка. Обычного. Что, блядь, не гоняешь, что ли, 200 и так далее? Причем тут 200? Ты рассказываешь сейчас, что ты правильный водитель? Идите, пожалуйста. Не надо мне рассказывать, понятно? Я буду рассказывать. За подачу. Сколько не надо? Как это не надо? Там сколько за ожидание, столько переведи? Ну, посмотрите, сколько у вас там. Ты бессовестный, правда? Я бессовестный. Это вы бессовестный. Езжайте. Куда вы ехали? Я поеду, конечно. Езжайте. Сейчас поеду. Езжайте. Сейчас тебе поеду. Тебе не стыдно? Мне... ребенку сегодня 8 лет. И что дальше? Ничего. А когда вдруг что-то произойдет будет, на дороге, и потом вы будете... Когда русским станешь, тогда будет поговорить. Русским станешь, тогда будет поговорить. Чего, блядь? Понятно. Вы против не русских? Идите сама, блядь. Нельзя так говорить с моей женщиной. И что? Рот заткни ей тогда. Нельзя так говорить. Рот тогда надо, чтобы заткнуло, когда мужчина здесь разговаривает, наверное, нет? Нельзя. Согласен? Что нельзя? Я это согласен. Но ну, нельзя все. Нельзя так говорить. Ну потому что, если на меня никто рот не открывает, я никогда не скажу ничего. Я первый раз такую хуйню вижу. Какую? В Питере. Это всегда так было и есть и будет. Это в целях безопасности вашего же ребенка. Вы экономите на детском, вдруг что произойдет, потом водитель ни на сядет. Чем, вообще. Не, ну вот женщины, они знают, что такое детский, что такое не детский. Нормально будет. 100 рублей. Я не могу зайти. Че, блядь, ты чего с ума? Можешь там детство? Я знаю. Да пешком зайдем, ну, нормально все. Прогуляемся. Нет? 100 рублей. Я тебе привезу. Подожди. Пойдем. Всего доброго. Вот так вот. Себе. Слушай. Тот водитель просто уехал. Вот стоят, блядь. Два ребенка и три или четыре взрослых. Ой, вот так вот. Русским станешь, тогда поймешь, говорит, что это означает. Бля. Сейчас я чуть-чуть сюда приду. Только вышел на линию. Уже такая хуйня. Толком заснять не получилось. Ну вот они там стоят еще. Ждут наверняка еще одну машину. Вместо того, чтобы столько ругаться, да, того водителя хуй посылали, он уехал, блин, не знаю, у него терпения, наверное, много. Но мне когда, блядь, я с мужиком разговариваю, бля, и вот это вот пошел хуй. Станешь русским, поймешь, бессовестный и так далее. Все мы плохие, когда все не по-ихнему. А когда что-то случится, там уже все. Водитель гандон, водитель плохой, водитель не предупредил, водитель виноват в итоге. Никто не скажет, что пассажир виноват, потому что за рулем водитель. И все. И салам алейкум. Мне интересно сейчас, как они уедут прям. Пошли голубки пешочком. Другая машина забрала их, отвезла с двумя детьми, одну женщину. А эти пошли пешком. Бухущие в хлам. Ну и что? Ничего не буду говорить про них. И пишите ваши комментарии, что вы думаете про таких людей. Вот таких людей, тем более в нетрезвом состоянии, они
возникает вопросов там, безопасности своих детей и так далее. Как что-то случится, не дай бог, да, и потом уже начнется. А вы же взяли, а мы при чем и так далее. Поэтому не возите детей без детских кресел, а лучше вообще без детского тарифа. Я понимаю, там есть пассажиры, которые там, ну, случайно заказали. Хотя редко такое бывает, но бывает, там бабуля какая-нибудь заказала сама там, по незнанке. И адекватно объясняет тебе, если у тебя есть кресло, ну, посади, отвези, да и все. Как-то так. Пишите ваши комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.